19 января компания 2K Games анонсировала новую игру серии Civilization. Ею станет независимая научно-фантастическая стратегия, связанная с особенностями предыдущей Civilization Beyond Earth. В новой части, так же как и в предыдущей, мы возьмем на себя командование человечеством в космосе. Однако теперь мы не будем в шкуре первобытных поселенцев. В этот раз мы примем на себя командование космическим флотом с целью защитить и сохранить планеты и их жителей от всяческих напастей. Космических пиратов, мародеров, а также других враждебных фракций. Обеспечить в первую очередь безопасность родного дома, а в будущем принести мир и во всю галактику. Особенностями геймплея, по мнению разработчиков, станут новые уникальные тактические испытания. В каждой миссии нас ждут случайно генерируемые карты, условия победы и враги. Корабли будут иметь широкий выбор настроек, позволяя создавать свой уникальный флот, который будет соответствовать именно вашему стилю игры. Дипломатия, стратегия и исследования позволят вам расширить влияние вашей федерации и завоевать доверие граждан новых планет. Используйте уникальные особенности планет для создания новых кораблей и усиления вашего флота. Исследуйте галактику и ее самые дальние миры. Выполняйте задания, чтобы помочь жителям иных планет и завоевать их симпатию. Воюйте с пиратами, защищайте мирные корабли колонистов, уничтожайте другие федерации, не разделяющие ваши интересы. Различные способы победы – построить звезду смерти и уничтожить непокорных, или создать свою культурную утопию – решать вам. Однако у каждого выбора будут свои последствия на пути к победе. С вами был Святой Мародер. Да пребудет с вами Цива!